Вчера вечером прошла первая в этом году рабочая встреча главы администрации Жанны Белоцкой с депутатом Тюменской областной думы, начальником департамента регионального развития компании «Газпромнефть» Сергеем Белкеем. Они подвели итоги работы за прошлый год, а также обсудили планы конструктивного сотрудничества в 2013 году. Одним из его главных пунктов остается развитие спортивной инфраструктуры Ноябрьска. Напомним, при содействии «Газпромнефти» в прошлом году из 26 построенных на Ямале спортивных объектов, 6 были введены в эксплуатацию в нашем городе. На текущий год запланировано строительство полноценного стадиона, многофункциональных спортивных площадок, а также возведение большого ледового комплекса. Под его строительство уже выделен земельный участок в 9-м микрорайоне. Проект планировки готов, впереди процедуры межевания и постановки на кадастровый учет. Ожидается, что уже в начале второго квартала будут проведены все подготовительные работы для начала строительства, а в июне здесь будет заложен первый камень будущего ледового дворца. Известно, что он будет носить имя «Авангард», и здесь будет работать одно из подразделений сети спортивных школ одноименного хоккейного клуба. Кроме того, во время встречи Жанна Белоцкая и Сергей Белкей подчеркнули важность работы в рамках стратегии развития микрорайона «Вангапуровский». Это наш микрорайон города Ноябрьска, и он не должен быть в стороне. Сегодня прорабатываем, мало того, что реализуются те проекты, которые идут по соглашению, сегодня прорабатываем какие-то еще возможные варианты, то есть смотрим все, что можно сделать для того, чтобы все-таки жители такого отдаленного и неотдаленного, далекого и недалекого Вангапуровского все-таки чувствовали себя единым целым с жителями всего города Ноябрьска. Я уверен, что у нас это все получится совместно. Безусловно. Ну и хочется еще сказать, что на самом деле, конечно, да, чтобы жители микрорайона Вангапуровского чувствовали нашу заботу, потому что я помню эту первую встречу Сергея Иосифовича с жителями города, и потом он приехал ко мне, и первое впечатление, которое было, и желание, конечно, это благоустроить микрорайон Вангапуровский. Поэтому я думаю, что мы эту работу продолжим.